МЧС России разработала мобильное приложение «Личный помощник при чрезвычайных ситуациях». В приложении пользователю доступен вызов службы спасения, а также определение геолокации, которое он может поделиться в случае необходимости. Мобильное приложение по безопасности МЧС России, разработанное специалистами информационно-аналитического центра МЧС России, доступно для бесплатного скачивания и успешно работает на всех операционных системах мобильных устройств. Сервис разработан как личный помощник пользователя. Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайных ситуациях, и будет полезно как в быту, так и на отдыхе. Приложение пользователю доступен вызов службы спасения, а также определение геолокации, которой он может поделиться в случае необходимости. Для получения более подробной информации пользователь всегда сможет оперативно перейти на страницу официального интернет-портала МЧС России. Программа приложения состоит из шести рубрик с полезной информацией. Что делать? МЧС рекомендует. Первая помощь, карта рисков, проверь свою готовность и проверь свои знания. В разделе ⁇ Что делать ⁇ пользователю доступен порядок действий и правила поведения в экстренной ситуации с голосовым помощником. Раздел «МЧС рекомендует» — это хранилище знаний о безопасности, которое рассказывает о причинах возникновения ЧС и их предупреждений. В первой помощи содержатся сведения о действиях при оказании первой помощи пострадавшему до прибытия медиков. Карта рисков содержит ежедневный оперативный прогноз о возможных угрозах природного характера. Разделы «Проверь свою готовность» и «Проверь свои знания» носят интерактивный характер и содержат чек-лист по проверке проверки личной готовности и готовности жилища к возможным ЧС, а также различные тесты, позволяющие проверить знания о действиях при ЧС. В перспективе в приложении будет реализована новостейная лента и онлайн-информирование о неблагоприятных погодных условиях, в том числе штормовых предупреждениях. Кроме того, добавится функционал регистрации туристических групп. Олеся Давыдова, Иван Рыбальченко, 39 канал.